Я что хотел, чтобы вы посмотрели? Просто идут вот дети, кричат, вы здесь власть. Я вам хочу всем ответственно заявить, это мы здесь власть. И власть мы эту вам не отдадим ни хрена никогда. Даже не надейтесь. И поскольку мы вам ее не отдадим, а люди мы хорошие и добрые, а совсем не такие, как вы или ваши друзья из Black Lives Matter, а вам позволено ходить по нашим городам, кричать, вы здесь власть, Путин убийца, как сейчас было на мойке. Покажите вот сейчас. Путин убийца! Путин убийца! Путин убийца! Путин убийца! Путин убийца! Вот вы радуетесь, что у власти действительно находится Владимир Владимирович Путин, а не такой, например, мудила, как я. Что был бы я у власти, я бы сейчас вас всех натурально повязал там и прям в мойке в это утопил, без всяких разговоров. А поскольку очень хороший, добрый, интеллигентный мужчина этой страной управляет последние 20 лет, которого вы называете убийцей, с вами ничего не происходит. И вы абсолютно безропотно на глазах у полиции веселящейся проходите маршем через весь святой город на Неве, по набережным, и скандирую вот эти самые абсолютно экстремистские лозунги. Я от себя лично считаю, заявляю, что я считаю фонд борьбы с коррупцией. И всех, кто его поддерживает, и всех людей, которые сейчас идут по улицам нашей страны и кричат «Путин убийца», экстремистами. И считаю, что с вами, со всеми, надо разбираться согласно Уголовному кодексу, который подразумевает определенные действия. То есть если вас всех, вот прям вот эту вот незначительную толпу дебилов, которые идут и кричат «Путин убийца», сейчас спасают лет на пять, кресты. Никто не пожалеет. Все будут только рады. Страна вздохнет свободно, если вас на улицах нашей страны будет поменьше. По счастью, вы сами помираете каким-то неизвестным образом. Видимо, от наркоты все той же.